Костанае на 45 суток арестован один из водителей. Судили его в отделе дорожно-патрульной полиции, также на виду у студентов и учащихся автошкол. 36-летнего мужчину задержали за то, что, совершив ДТП, тот поспешил скрыться. Позже выяснилось, что у нарушителя не было водительских прав. Он лишился их 3 года назад за совершение дорожной аварии. Садиться за руль ему было запрещено до весны следующего года. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 МРП, либо, значит, административный арест на сроком на 45 суток. Судья вынес решение, постановил, значит, привлечь мера пресечения. Арест была выбрана, то есть, начиная с сегодняшнего дня.